Здорово, пацаны. Месяц май на дворе. Обещали сегодня ливневые дожди с грозами. Что-то ливневых дождей сегодня не предвидится. И мы решили, короче, подождали со Славиком до обеда и все-таки решили пойти в лес. Выходные в лес — это вообще великое дело. На наше старое место. Да, на наше старое место. Тут все по-старому. Разложили стол, как полагается. Типа того. Но сегодня мы мясо не будем есть. Мы будем есть грибы. Впоследствии я вам там покажу. А сейчас послушайте меня сюда. Вот сейчас месяц май. Я вот пока вот идет май, я еще ни одного майского жука не увидел. Блин. Вот я даже и не знаю, может, кто там что скажет там, я не знаю, блин. Они еще вылезут, было же холодно, поэтому их не было. Вот Слава у нас по жукам вообще энтомолог. Энтомолог. С детства. Да, по жукам специалист. Ну, в общем, так. И сегодня мы будем снимать видео, то, которое нам рекомендует снять YouTube. Ну, типа про жратву там и про всякую херню, короче. Очень дохрена там я просмотрел каналов про жратву. И думаю, почему мне не снять видео про жратву? И решил снять видео про жратву, да, Слав? Только мы настолько нищие, что нас не хватает на ту жратву, там, как они показывают, мраморные говядины, сибасы и прочее. Сибаса просто. Да, типа того, блин. И, кстати, есть повод, поэтому, ну, почему мы вообще сегодня пришли в лес. Клещ Василий пригласил нас на шашлыки. Вот мы пока тут собирали дрова, уже одного клеща мы выцепили, блин. Так что как-то, парни, опасайтесь ходить в лес, не побрызгав себя всякой херней. Вот мы не побрызгали, опасаемся. Ну вот как-то день такой у нас хороший, можно сказать. Начался уже хорошо. Слегка моросит дождик, но тут листва его прибивает. Ну, как-то сейчас будет продолжение. Сейчас мы будем уже заниматься непосредственно грибами. Все ж любят грибы. А, да, еще, пацаны, вот я тут, пользуясь случаем, как бы, хочу небольшой анонс сделать. Мы там сингл, как бы, записали. Сингл называется «Будущего нет», «No Future». Такая получилась добрая панкуха. Как бы клип еще пока не снимали, все-таки зависит все от погодных условий. Но небольшой... Слав, ты кому там звонишь? Я Пугачеву. А, ну занимайся, привет там передавай. Да, хорошо. Пусть там привет. Шекелей присылает. Привет. Ты насчет шекелей там? Шекели. А, ну да, и как бы небольшой анонс я все-таки могу вам сделать, дабы вас порадовать. Ну... Алло! Алло, не слышь! Ни хера, блин. Ну и вот, пацаны, подошли мы... Как там на этом ютубе... Слово такое интересное, не наше. Аутбоксинг, что ли, типа... Как-то типа того, когда посылки распаковывают, короче, там... И начинают, вот у меня вот то-то прислали, мне вот то-то прислали. И вообще, это очень круто, я тут на Алиэкспрессе. Так вот, Алиэкспресс вам теперь, блядь, аутбоксеры сратые. Короче, все покупается в ближайших магазинах. Пятерочка, Магнит,
приносится домой, там и упаковывается по мере возможности. И как бы, ну вот, что тут, обычная красно-белая XLS, там, ботаника. Мы сегодня богатые, мы сегодня купили фисташки ботаника. Блять, за какая-то астрономическая, позволяю себе раз в 3 месяца купить маленькую пачечку. Потому что, как бы, я считаю, что это уже дорого для меня. Ну и как бы... Мясо не, на мясо деньги не хватило, это спасибо Славе. Вот он принес нам такое сало, говорит, с чесноком. Говорит, как в детстве прям. Вот все тут смотрят на это сало и хотят его съесть. Как бы это он. Ну и начинается вот эта вот херня. Аутбоксинг там, ну типа распаковка. Вот смотрите, вот это у нас здесь лежат вилочки. Вилочки с историей. А история, значит, такая была. Этими вилочками, обратите внимание, какие вилочки. Этими вилочками еще мой дедушка, бабушка, а возможно и прадедушка с прабабушкой ели в свое время там, наверное, пельмени там какие-то там. Ну, всякое, в СССР это было прикольно, там как бы могли себе люди позволить натуральную пищу. Ну и как бы по наследству мне достались вот эти вилочки. И я вот регулярно ими там дома ем, с собой беру. Просто вот эта вот ручечка, она такая прям костяная, очень прикольная. Слава, не волнуйся, сало мы пока твое не трогаем. Что? Что? А, протул. Уходи отсюда, ты руки им порезал, уходи, уноси его отсюда. Обратите внимание. Лот номер 2. Вот это вот, я еще причем хочу сказать, мы потом сравним, чье сало круче. Вот это сало я купил в магазине «Пятерочка». За как, не знаю, рублей, наверное, за 150. Что-то такое. Посмотрите, вот цвет у него вот такой тоже красивый. Я вот его нарезал уже, чтобы на шампура потом натыкать, короче. Вот, вот это у нас типа номер 2, типа того. Так, смотрите, под лотом номер 3, угадайте, что это? Нет, это не теннисный мяч и не мяч для пинг-понга. Помадор. Это более крутая штука. О, всех заинтересовало, да? Что ж это у меня там такое? Оп. Там ужас. Вот что там лежит, угадайте, кто? Ваши варианты. А все очень просто. Это нарезанный лук кольцами, чтоб уже все было готово. Ну, это кусок батона, это не важно. Самое главное на столе что? Есть. Хлеб. Хлеба должно быть всегда много. 3-4 рубля. 3-4 рубля, Слава, 3-4 рубля. Хлеб мягкий. Наверное, только что из булочной. А, ну что, ну салфетки у нас, блин, на эти одноразовые тарелки не хватило. Вот коробки пластиковые. Ну, салфетки обычно, это вся херня. Да, и не обязательно должна быть соль. Никогда не забывайте соль. Соль. Сейчас многие, конечно, балуются солью, но не этой. Вот эта соль хорошая, нет, натуральная. Да, каменная. Так. И теперь то, зачем мы сюда и, собственно, и пришли. Как вы думаете, что это? Парни! Внимание! Торт! Торт! Торт, да? Слав, ты думаешь, что это торт? Нет, это не торт. Грибной торт. Оп. Опа! 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 Вот это что! Это грибы. Грибы, шампиньоны. Купил со скидкой, очень доволен. Очень доволен. Потому что такие шампиньоны мне никогда не попадались. Обычно какие-то ломаные всякие. А это какие-то хрен его знает. Ну, и я там вчера посмотрел специально канал одного мужика. Как, типа, блядь, приготовить шампиньоны на огне, на шампурах. Ну и он там зачесал какой-то рецепт, типа, блин, этот соевый соус, блин. Ладно, соевый соус оказался не слишком дорогой, блядь. Оказался нормальный такой. Купил этого соевого соуса. Пакет насувал грибов, помыл.
залил, короче. Часа 4 мариновались они у меня. Ну, я то еще соли добавил, блин. Перца насыпал. Хмель, сунель. Как фигни всякое понапихал. Ну, как... Ну, и типа того. Вот сейчас, собственно... Ни разу, короче, я такого не видел. Но мужик вот этот, который я вчера смотрел, у него вроде так прикольно все получалось. У нас может выйти совсем не так. Но неважно, все равно это все сожрется. Жрать охота. Ну и как бы, вот. Ждем уже начатие процесса. Вячеслав, подайте мне шампур. Ну что, приступим. Так, первое, я так думаю, надо насадить сало. Насаживаем сало. Блять, не слишком ли толстый кусок? Нормально. Первый раз я это делаю, блин. Так, насаживаем. Ты куда? Да, блин, ты че? Сюда, да? Да там. Там это тут, если будет что-то. Это, берем грибок. Шик. Опа. Теперь опять, да? Сало. Раз. Грибок. Лук. Кто надкусывал лук? Признавайтесь. Есть. Кому он кусит? Оператор, зачем ты кусаешь лук? Чужой лук нельзя кусать. Оп. Лук. Так. Ну, лук, он будет гореть же все равно. Кушай. Ну ладно, хорошо. Теперь берем опять гриб. Опа. Жик. О. Теперь берем опять сало. Чтобы оно это типа, как бы оно у нас жарилось все. Чтобы оно у нас сгорело. Нахрен. Нахрен. Вот тогда будет нормально. Тогда будет нормально. Я вот насчет лука не уверен. Тот мужик, который делал... Без лука делал, да? Без лука делал, да. Ну, хватит. Ну, тут ты сейчас расскажешь мне, луки. Лук я взял, блин, вот когда сало мы будем жарить. Сало – это вещь. Да. Так, раз, два, три. Пошел четвертый гриб. Видал, как я мастерски шпигую? Шампиньоны, они стерильные. Их это... Сырыми жрать же можно. Я раз на рыбалке был, на какой-то заброшенный коровник наткнулся. Ну бывает там эти на куче навоза, они да. Вся полностью. Такие живут. Огромные, блядь! Да, вот такие уже. И мы с пацанами как бы это. Может наберем там это что, домой там. А один там типа хватит, да? Да, давай. Вот такая вот штука у нас получилась. Да. Да подожди ты. Давай, может, надо, еще надо один. Не надо! Почему? Да, блядь, не надо. Хорошо. А у нас один там тип, короче, такой говорит, значит. Хотели мы набрать шампиньонов. Ну и типа такие, домой принесем, мамки там будут радоваться. Они такие, что здоровые все. А там один постарше среди нас был такой. Вы че, они на говне растут, западло. Мы такие, опу. Ну да, там по ходу пьесы. Ну вот так вот мы не принесли родителям грибов. Хотя было можно, а теперь вот это то, что тут на говне растет, оказывается, вовсе не западло, и все его хавают. Хотя раскачать базар можно, я даже не сомневаюсь, если кому, если захотеть. Так что вот эти грибы, которые растут на навозе, они сейчас довольно-таки дорогие. Хотя многие говорят, что их можно растить в подвалах там или на балконах там, я не знаю. Я лично не представляю, как это все делать, потому что какая-то вентиляция, что ли, нужна постоянно. Вячеслав, подайте мне шампур. Ты что там, блядь, устроил опять? А ну-ка иди загаси костер. Он не горит там практически. Вот, иди потуши не быстро. Не надо, не надо. Блядь, ну ты сожгешь их, да нахер. Не... Ну это ж не мясо, ну слава. Ну что ты, блин, как маленький. Не надо огнем. Вот слава, все рвется эти, свои закоптильни сделать. Итак, берем грибок опять. Вот, говорю вам, что у нас там этот соевый соус. Чуть-чуть. Их ниже надо. Опять сало. Я вот не знаю, на этот шампур я не буду одевать лук, потому что, блядь, Славика послушаешь, это получишь ты черные сосиски и горелый лук.
Ну, человек любит, чтобы было все такое уж поджаристо. Ну, то есть из крайности в крайность. Он же вам говорил, что чем он занимался последние два... Ну, не, последние... 30. Да, 30 лет он там чем-то занимался. Крайностями всякими там своими. А теперь вот уже как бы 10 лет вот уже как человек ведет здоровый образ жизни, чего и вам всем желает. Ну и я как бы равняюсь на него и вот тоже решил грибов приобрести. И заодно, чтобы как бы редко у нас тут грибы бывают, тем более такие прикольные. Поэтому решили показать вам. Вячеслав, забирайте номер 2. Да, номер 2. Слав, ты не умеешь по-арабски разговаривать? Берем третий шампур и начинаем шпиговать. Слав, или ладно, сало можно и на палочке пожарить. Не хватает, да? Ну, блин, мы один шампур потеряли в прошлый раз. Очень. Вернее, он был какой-то, эти-то такие, нормальные, а тут был какой-то, я не знаю. Чамор. Блять, они эти шампура, я посмотрел, что-то стоит тоже до хера, блять. А так в руках повертел, блять, они какие-то из чего-то... Из фольги. Да, из фольги, из фольги. Как вот эти продают мангалы из фольги. Ребят, не покупайте никогда мангалы из фольги. Во-первых, они очень хреново собираются, а то все время рассыпаются и потом сразу ржавеют, короче, и там уже страшно за них браться. Ой, грибов, нажремся! Сырых. Слава, как всегда, блядь, подосрет сырых. Ну ты почему сырых-то хоть? Слава, почему сырых-то хоть? Ты что, блин, специально их сырыми сделаешь? Мне кажется, сделаешь? Из этого рая не выйдет ничего. Ты лучше смотри, чтобы там клеща Василия нигде не было поблизости. И на мне тоже. Мне похрен. А то клещ, клещ. Это вам не лещ. Это не рыба, и это не микроб. Клещ-козел. Это маленький подкожный долбоеб. Это клещ-козел. Клещ-козел. Дай свое сало кусочек. Не хватает, не хватило одного. Ну маленький там какой-нибудь. Да, о, лежите. Со смеском. Хорошо. Итого у нас последний гриб. Ну вот, собственно, наши грибочки. Слава, ты опять распалил костер под ними. Отскочить там ниже ее надо. Сейчас я принесу воды, залью. Да, блядь, какая... Что ты делаешь-то, а? У меня прям сердце кровью обливается. Слава, да брось, ты что ты творишь? Блин, Женя, не надо ничего. Сердце кровью обливается у меня. Ты испоганишь все нахер. Хорош тебе, фигня. Ты все, позатуши, все. Блядь. Там пусть будет теперь так. Теперь жара нет никакого. И так мы такими темпами до китайской Пасхи будем. Вот знаешь? Пусть будет до китайской Пасхи, блять, они жарятся нахуй 10 минут. Ага. Ты пока это в сортир ходил, я тут сидел, грибы караулил. Тут вроде как это волки что ли проходили, выли, не слыхал? Слыхал. Слыхал, тут, да? Тут морг рядом. А, морг рядом? Да. А, они там на помойках, видать, пасутся. Ну, хорошо, там... вот у меня нож есть с собой. Страшное дело. Покупайте ножи японские. Как там говорят известные там, короче, блядь, не помню, Слав, ты никакую японскую сталь не знаешь? Ну ладно, Аум Синрюкё, ножик Аум Синрюкё, пятерочка и магнит. Покупайте, и любой нож вас спасет от волков. Тряпочный. Кожаный нож. Волков, от волков. Итак,
грибы у нас уже почти, да, наверное, готовенькие, да? Да. Сыренькие. Бля, слушай, а пахнут вкусно. Да. Но сыренькие. Ну вот, пацаны, нас тут настиг дождь в лицо. Фигашит, короче, вообще дико. Мы с собой брали дождевик, вот свои шмотки там и весь стол вот укрыли дождевичком. Как бы, ну, эти пакеты незначительные, с ними ничего не случится. Костер там потихоньку Славик поддерживает. Как раз грибы наши жарятся. Блин, сколько температура нормальная. По-моему, грибов не сожрем, а сальца похаваем. А грибов мы, наверное, типа... Да грибы уже готовы. Да не готовы еще. Да как не готовы? Итак, у нас тут шурует дождь, вообще дикий. Но мы, парни, не промах. И соорудили себе дом. Нашли какую-то бешеную клеенку. И соорудили себе палатку. Это пусть оценят выживальщики. И также спрятали наш стол туда и укрыли дождевичком. Вот это и есть настоящая школа выживания. Да, словец? Конечно. Вот так вот. А то там на целый час понарасскажут, как правильно поставить палатку в лесу. Да вот так, нашел клеенку, натянул. И гуд. Да, и что хотел еще отметить. Вот как только дом построишь, там сразу баба какая-то появляется. Не успеешь дом построить, уже баба там. Да, и, кстати, обратите внимание, товарищи выживальщики, вот эта вот штука называется, по-моему, у всяких блогеров там релакс-пипка. Обычно она используется как укладка в коробках, где продают дорогущие телевизоры. Ну так вот, используйте релакс-пипку, и дождь вам не страшен. О, вроде как просветленница. Клёники такие прикольные, маленькие. Я вот все думаю, может, выкопать один, да посадить у себя в горшке на балконе. Лянь, такая еще прикольная. Да, нахер он нужен. У моего кента, это, блин, два таза мака росло на балконе. Представляешь? Ну, Славик, да как всегда. Там, порвали потом. Ну, это давно было, 90-е годы. Понятно, понятно. Два таза мака, обоссаться. Итак, ребята, грибной дождик прошел. Сейчас светит солнце, и мы опять в строю. Да, Славик? Копченые грибы. Копченые грибы делаем. Дом наш стоит, укрыл наши вещи от дождя. Ниф-ниф, нуф-нуф, и наф-наф строили, блядь. Волк как дунул, и порося снесло крышу. Решил, ребят, немного тут окрестности обсмотреть. Сейчас травы нету, думаю, может, в лесу кто что потерял, бывает ценного. И натыкаюсь на такую славную находку. Три стаканчика и бутылочка. О, а вот упаковка от презерватива. У кого-то здесь, вероятно, был секс. У меня вот только-только посетила мысль. Если упаковка от презерватива одна, а три стакана и бутылка рядом, то значит, если применить дедуктивный метод, вот и шмотки кто-то скидывал какие-то, то, возможно, здесь был мужик с двумя бабами. Да, точно. Ну вот, пацаны, прошел дождь, погода опять хорошая, хотя мы думали, что тут вообще застрянем конкретно. Ну вот сейчас подойдет уже скоро основное блюдо, а сейчас, после того, как мы слегка продрогли, тут в реале, блин, изо рта шел пар. Настала пора горячего кофе. Это вообще ништяк. При такой погоде все свежо, сыровато, и у вас есть с собой термос с горячим кофе. О-о-о!
Да, Слав, вещь. Ваше здоровье. Настоящий российский кофе. Класс, с цикорием. Они все время туда цикорию сыпят, я знаю. Итак, парни, всегда берите с собой в лес кофе. Оно вам всегда поможет взбодриться. Ну, наконец, настал тот час. И вот я здесь, я вижу вас. Бери любой. Какой на тебя глянет. Да? Да. Меня не слышат, это минус. Ну и не гонят, это плюс. Пойдемте со мной. Так, сейчас будет проводиться, наверное. Сейчас мы будем их назад насаживать и будем туда опять. Опа! Так, сало у нас. Сало грибы. Да. Опа. Ну разве это не прекрасно? Просто замечательно. Шампиньоны с салом. Не знаю, какой, как и на вкус, сейчас попробуем. Но выглядят довольно-таки аппетитно. Такие вообще классные. Кстати, баночки из-под них, если что. У нас осталось сало такое, лук, хлеб. Хлеб самый дешевый, Слава купил, он здесь крошится, не покупайте такой никогда. Ну, типа того, начну сейчас пробовать. Даже не знаю. Блять, не взяли ни майонез, ни кетчуп, ничего. Есть только одно сало и грибы. И хлеб. Ну. Хапни сыренького. Да, ну, хлеб ты, Слава, взял. Вещь. Слушайте, да это круто. В общем, ребят, ходите в лес, жарьте грибы с салом. Да. Вот такие вот у вас должны получиться, как у нас. И все у вас будет в жизни хорошо. Все, до следующих встреч. Ребята, я оказался прав. Слава, блин, хотел сделать так, как он и предполагал я. Он делал себе черный гриб, копченый. Самый вещь. Слава, почему ты так любишь копчености? Потому что это вещь. Ну ладно, о вкусах не скажу.